Всем привет! Продолжим знакомиться со скульптурами города Владимира. Узнаем об еще одной скульптуре, выполненной Игорем Алексеевичем Черноглазовым. Посмотрим, что пишет владимирский художник. Узнаем, в каких еще городах есть подобные скульптуры. Еще одна интересная скульптура Игоря Черноглазова называется «Художник». Расположена она на смотровой площадке по адресу Георгиевская, 3А, на фоне Успенского собора. Прообразом скульптуры стал образ владимирского живописца Кокурина Валерия Григорьевича. Стоит он рядом с деревянным домом конца 19 века. Художник изображен во время написания главного пейзажа города – Успенского собора. На мольберте сидит маленький воробей. Эту смотровую площадку Владимир получил в День города в 2015 году, а также прилегающую пешеходную зону. Также с нее видно мост через реку Клязьму. Для исполнения заветного желания вам нужно погладить птичку. А успеха в делах следует просить у самого художника. Для этого нужно пожать ему руку и потереть бронзовый нос. Судя по блестящему носу художника, успех необходим не одной сотне тысяч человек. Подобная скульптура есть в Челябинске, в Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону и других городах России. Если у вас есть фото или селфи со скульптурой художника в вашем городе, то обязательно выкладывайте их в нашу группу ВКонтакте. Не забывайте про хэштег «Я в городе» и «Я во Владимире». Ставь палец вверх, если понравилась скульптура художника во Владимире. Все ссылки в описании под видео. Это была интеллектуальная пища на канале «Я в городе» от Ирины Ви. Пока-пока!